Здравствуйте, меня зовут Вараги. Один из моих знакомых задал не так давно вопрос. Причем вопрос очень и очень хороший. Как узнать свое жизненное назначение или же предназначение? Я зачитаю его письмо, небольшое письмо, дабы вы понимали, о чем идет речь, и далее дам свои советы и рекомендации. Итак, письмо. Здравствуйте, Вайраги. Меня зовут Александр. Могу ли попросить вас о совете или помощи, посмотреть с помощью своих практик мое предназначение? Хиромант увидел у меня линию на правой руке, горизонтальная линия через всю ладонь. Он назвал ее четырехпальцевой линией. С его слов, такая якобы была у Будды. Цыганка сказала мне, что я буду большой человек. Я на данный момент считаю, на основании своих наблюдений за знаками, что мое предназначение – стать учителем. Как я понимаю, стать как неким духовным учителем. Я изучаю эзотерические школы, чтобы создать единую программу для общедоступного обязательного обучения. Три ступени – программа для детского, сада, школы, институт. Если можете помочь, укажите, что для этого необходимо. Вот такой вот вопрос. Итак, вопрос этот задает практически каждый человек. Я думаю, в целом это видео пригодится всем. Как узнать, правильно ли мы развиваемся? Я подскажу несколько способов, как получить ответ через, с помощью самых простых практик. Это йога сновидений. Итак, у каждого из нас есть какие-то свои духовные покровители. Я в целом делаю упор на православной церкви. Вот. Если будет необходимость, повторно зададите вопросы, я проясню, как это происходит в традиции индуизма. Но сейчас речь идет о православии. У каждого из нас есть какие-то свои предпочтения в отношении каких-то святых. К примеру, кому-то нравится Серафим Саровский, кому-то нравится Матрона Московская. Кто-то с большим уважением относится к матушке Алипии или к преподобной Александре из Дивеево и так далее. Самым простым, самым легким, самым полезным и быстрым вариантом, я считаю, обращение к святой, к святому покровителю. Если это чудотворная икона, значит, обращаемся к чудотворной иконе, к примеру, Троеручице. Если это святая Матронушка, значит, обращаемся к Матронушке. Если, к примеру, это ангел из войска небесного, к примеру, Михаил Архангел, соответственно, обращаемся к нему. Обращаться нужно, естественно, несколько раз. В форме молитвы все это выполняется, желательно перед сном, желательно, чтобы это не было в течение 2-3 минут. То есть мы должны, ну, минут 10-15 просить, молитвенно просить о том, чтобы Архангел Михаил или же Матрона Московская, или та святая, или тот святой, к которому вы испытываете предпочтение или же глубокую какую-то любовь, чтобы они подсказали вам, разъяснили и прояснили суть вашего рождения, суть вашей жизни и так далее. В результате, спустя какое-то время, я могу вас заверить, ни один святой или святая, или же ангел или архангел не оставит вашу просьбу без ответа. Вы получите ответ. Ответ придет в форме сновидения. В сновидении вы получите некий знак, указывающий на то, что, ну, если речь идет о данном случае, о том, что вы будете, к примеру, духовным учителем. Вы увидите в сновидении, ну, к примеру, сон может развиться таким образом. Вы увидите некое духовное существо, которое будет в белых чистых одеждах. Оно возьмет вас за руку и введет в большой чистый зал, в котором вы увидите некое, к примеру, некое кресло, на которое вы впоследствии взойдете, и с этого кресла будете учить большое количество людей. То есть это будет особый духовный знак, указывающий на то, что вы будете духовным учителем. И подобные знаки, они будут всегда. Точно так же можно подобные вопросы задавать и в отношении
личной жизни, в отношении вашего будущего, в отношении каких-то трудностей житейских и так далее. Следующий момент. Обращайте внимание на знаки в сновидениях. Если у вас уровень энергии большой, то так или иначе в сновидениях в сновидениях будут приходить воспоминания прошлых воплощений. Обращайте обязательно внимание на эти моменты. По состоянию прошлых воплощений вы поймете суть вашей жизни нынешней. Потому что в целом наша нынешняя жизнь является продолжением, логическим продолжением предыдущих воплощений. И наша следующая жизнь будет являться результатом нашей нынешней жизни. Понимаете? Все весьма просто. И вот, соответственно, если мы будем видеть какие-то воспоминания, наши собственные воспоминания из прошлых жизней, и мы будем видеть себя, ну, к примеру, опять-таки, речь про данный случай, если мы будем себя видеть учителем, учителем йоги, к примеру, или же учителем философии, или мастером медитации, или же каким-то там просветленным гуру, вот, и так далее. Соответственно, в этой жизни у вас также вполне возможно проявятся подобные способности, и впоследствии вы можете вести неких своих учеников. Расскажу из своей практики. Приблизительно лет 12-13 назад во время медитации я увидел семью. Семью – это был мужчина, была женщина и было несколько маленьких деток. Вот. Они были все невысокого роста, коренастые такие. Вот. А детки, соответственно, были там от, по-моему, от 3 приблизительно до 6-7 лет. То есть они были такие вот у их ног, постоянно суетились у этой супружеской пары. И эту супружескую пару я увидел в медитации. И эта супружеская пара являлись благочестивой семьей, но они обладали монголоидным типом лица. То есть, когда я на них смотрел, я понимал, что эти люди живут приблизительно в районе Республики Монголии. И они, смотря на меня, я понимал их мышление, я видел их мысли, и я видел, что они относятся ко мне как к своему учителю. То есть их внутреннее состояние было настолько искренним и чистым, что их души нашли меня еще 12 лет назад. Понимаете? И в медитации, в этом видении, они, подойдя ко мне, они подарили очень большое ожерелье из таких вот камушков. Вот эти камушки, они как бы были разных цветов. Я не разбираюсь в этих драгоценных, полудрагоценных камнях. Не могу сказать. Но я видел, что это что-то наподобие бус. Вот. И я смотрел на эти бусы, и я понимал, что они стоят очень-очень большие деньги. Но учитывая то, что эта семья была состоятельной, как бы я принял этот подарок. К тому же я не особо понимал, что, собственно, происходит. То есть, таким образом, еще 12 лет назад в медитации я видел, что будут люди, которые впоследствии будут прислушиваться к моим советам или же к моим рекомендациям, как к советам учителя. Это один из подобных знаков. Таких знаков может быть очень и очень много. Итак, еще раз подытожим. Есть два основных и самых простых варианта узнать свое предназначение. Это с помощью обращения к святым или же к каким-то ангельским чинам. Либо это самостоятельная практика с возможностью чтения знаков судьбы в сновидениях, либо с помощью воспоминаний прошлых воплощений. Для всех тех, кто хотел бы узнать свое назначение, я еще раз рекомендую увеличить уровень энергии в теле. Наша жизнь такова, что уровень энергии находится на самом-самом минимуме. Для того, чтобы увеличить или улучшить свое состояние, я рекомендую, это опять-таки рекомендация, рекомендую заняться хатха-йогой, то есть гимнастикой, которая усиливает
внутренний энергетический запас энергии. Впоследствии, когда энергии становятся, сны становятся на порядок более глубокими. И вы без особого труда сможете видеть не только свое будущее, а и будущее близких вам людей. Сможете общаться с какими-то духовными существами, сможете получать ответы, даже задавая вопросы своим предкам. К примеру, почему там несколько поколений назад в нашем роду что-то пошло не то, или откуда идет какое-то проклятие. Но это такие уже более тонкие моменты. То есть старайтесь усиливать свой энергетический канал. В отношении православия ничего не могу сказать, поскольку я не знаю практик, которые усиливают уровень энергии. Вполне возможно, таковых и нет, потому что телу, по большому счету, внимание не уделяется в православной традиции. Ну вот, это один из советов. И далее я рекомендовал бы обратить внимание на технику перепросмотра, которую я описывал. Эта практика, она не является религиозной традицией, она, или не принадлежит какой-либо религиозной традиции, она усиливает или же позволяет научиться человеку чувствовать свое тонкое тело, чувствовать, переживать и осознавать, то есть закрепиться в нем. Это очень-очень важный момент. А впоследствии можно уже переходить к техникам осознавания более глубоким, таким как выходом, практикам с выходом в состояние света и так далее. До новых встреч!